Как вы поняли, сегодня будет очень необычное видео. Я сейчас максимально стараюсь экспериментировать с контентом, потому что из-за того, что не выходит глобальное обновление, на Мазинге уже нечего снимать. Ну реально просто нечего снимать, потому что все, что можно было, я записал. Поэтому, пацаны, я сейчас экспериментирую с контентом. Просто, пожалуйста, поддержите меня, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Как вы поняли по названию, сегодня у нас будет облава ФСБ. Давайте я перед этим расскажу небольшую предысторию. Я просто катался по серверу, заехал на Шан, там стояли пацанчики. Получается на ешках. И они мне предложили сделать облаву на ФСБ. То есть они уже собирались это делать и предложили мне. Я согласился, потом написал еще свою Фому, позвал пацанов своей Фомы. И короче, мы общими усилиями решили поехать и захватить ФСБ. И для тех, кто будет писать, типа, вот вы устроили там массовый ДМ, либо вы там НРПшники, пацаны, это все было как бы по РПМ, можно сказать, потому что никакого там багаюза плюс С не было. Была просто РП-стрельба, да, не спорю, мы не ты отыгрывали стрельбу, но ППС, ФСБ и ВЧ тоже этого не делали. Не забывайте, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Минуточку внимания, хочу вам посоветовать очень интересный канал, называется он Далиор, это канал моего знакомого, я уже сам его давно смотрю, он недавно перешел на Мазинг играть и снимает там очень интересные, позитивные видео, поэтому всем советую подписаться на его канал, давайте поможем ему с развитием, просто вот давайте каждый, кто смотрит, зайдите, подпишитесь на его канал, поставьте ему лайки и напишите приятный комментарий, и вообще давайте просто его поддержим, потому что пацан реально старается, у него там есть хромаки, вебка, снимает реально прикольные, позитивные видео. Поэтому всем советую, ссылка на его канал будет в описании. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня, у нас будет очень необычное видео. Короче, сегодня будет облава на ФСБ. Так, давайте напишем «Поехали». Все, так, поехали на ФСБ. Просто такая толпа. Так, разворачиваемся. Ебать, это просто жестко, пацаны. Я такого никогда не видел. Это реально просто жесть. Просто такая толпища людей. И сейчас, короче, будем мы захватывать ФСБ. Сейчас мы едем именно туда и будем их захватывать. Если там не будет их, то мы их будем ждать, короче. У нас есть броники, у нас человек, наверное, 20 где-то. Я надеюсь, вам такой контент понравится, потому что подобное я вообще не снимал, как бы. Поэтому я надеюсь на ваши лайки и подписки на канал. Так, мы уже подъезжаем к ФСБ. У нас просто огромная колонна. Давайте паркуемся. Сейчас, короче, посмотрим, что мы будем делать. Людей очень много. Капец, тут просто людей, это пиздец. Людей реально очень много просто. Сейчас, короче, будем захватывать ФСБ, если они здесь есть. Если их не будет, короче, мы будем их вызывать, чтобы они приехали. Просто ФСБ захватываем, пацаны. Так, заходим, там, короче, вояка есть. Там, короче, есть вояка, походу, да? Ебать людей просто, я не могу зайти. Я не могу зайти нормально. Меня просто выкидывают. Так, давайте пробуем еще раз зайти. Но это реально, пацаны, очень жестко. Сколько нас здесь просто людей. Просто это жесть. Открывай, сука, давайте напишем. Давай, давай, родной. Сейчас, короче, они должны вызвать еще, я думаю, наряд по-любому вызовут. Как бы здесь просто столько людей, пацаны. Реально, я просто кайфую. Я такого еще никогда не снимал. Давай, блядь, открывай, дядя. Ждем, чтоб, короче, он открыл двери. И мы зашли туда. Так, давай, пусть он вызывает, короче, своих людей. Потому что, ну, мы приехали именно просто разнести всех. Так, пацаны, по-моему, ФСБ приехали. Сейчас, короче, будет мясо. Сейчас просто будет мясо. Так, они вроде бы подъехали, да? Да, вон они подъехали. Просто их убиваем, пацаны. Пацаны, это реально круто просто. Так, тут еще какой-то чувак сидит, рыжик, походу. А, рыжика повязали. Ебать, там еще военных. Ебать, тут еще военные. Ебать, вот это мясо, пацаны. Вот это просто мясо. Бля, мне уже броник сбили, кстати. Надо как-то перелезть через забор и их убить. Так, ебать, их тут много. Где он убежал, кстати? Вон вояка. Давай, давай, давай. Я не могу в него попасть, короче, он убегает.
Ну здесь очень много людей просто, ну реально очень много. Так, вон еще ФСБ приехали. Вон еще ФСБ приехали. Ебать, это мясо просто, это просто мясо, пацаны. Еще ФСБшники приехали. Давай, 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 давай. На, убил просто, убил. Просто это жесть, пацаны, это просто жесть. Я уверен в том, что сейчас еще ФСБшники приедут. Мусора едут. Мусоров просто убиваем. Вот еще мусора едут. Ебать, мясо просто. Просто мясо, пацаны. У меня дробовик, у меня хп мало. Так, где там еще мусора есть? Так, давай, я про два прострела ему сделал. Надо его захуярить, короче. На, убил просто, убил. Вот это просто мясо, пацаны. Так, еще один. Ебать, просто мясо, блядь. Просто ППС, ФСБ, ебать, вояки. Просто всех убиваем, понимаете? Вы не думаете, что мы типа мы дремим? Это, ну, глобальная РПшка у нас такая. Смотрите просто, сколько стоит машин, сколько людей. Ждем еще мясо, давайте напишем. Потому что по-любому они приедут. Я просто в этом уверен. Зря я за ним побежал просто. Блин, я тебе без оружия остался. Надо, чтобы меня, короче, кто-то забрал. Короче, пацаны, я сбежал, получается, уже несколько раз. То у меня краш, не то еще что-то. Короче, там просто жопа происходит. Там уже и танк приезжал, и БТР, и вертолеты с ракетами. Короче, была полная жопа. Сейчас я просто попробую полететь, посмотреть, что там происходит. Чтобы вам хотя бы показать примерно, что там происходило. Ну, бля, просто людей там много положили. И мы их много положили людей. И они нас, короче, но реально мне понравилось, пацаны. Если вы хотите, то давайте наберем здесь много лайков. И будет продолжение. Вот давайте наберем реально там, ну, 300 лайков наберем, и будет продолжение, короче. Вот это движ Париж. Так, сейчас будем нашим помогать, конечно. Сейчас будем нашим помогать. Так, у ну вертолет, короче, стоит. Блять, в смысле? С вертолета хуярит. Ебать. Ебать, ебать. Меня обратно убили. Просто с вертолета чувак хуярит, прикиньте. Ну, блин, против вертолета, конечно, мы уже не попрем, но мы показали то, что мы кое-что можем. Мы реально количеством их очень сильно задавили, и ФСБшников убивали, и военных, и ППСников, короче, поэтому мне реально очень понравилось. Поэтому, пацаны, если вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если вы наберете здесь 300 лайков, то попробуем повторить что-нибудь подобное.